Разработку проекта уфимского IQ-парка оценили в 94 миллиона 600 тысяч рублей. Республиканский информационно-издательский центр «Деловая литература» объявил открытый аукцион по поиску подрядчика, который также сделает дизайн капремонта здания на улице Заки-Валиди. Согласно техзаданию, проект должен включать в себя фудкорт с открытой террасой, клубный этаж, конгресс-центр и пространство для VIP-гостей. На крыше планируется проводить мероприятия или конференции. Отобрать подрядчика собираются 17 февраля. Проект нужно выполнить в течение 2 месяцев. Напомню, технопарк планируют открыть в мае этого года. Площадь IQ-парка составит 36 тысяч квадратных метров. Его резидентами станут высокотехнологичные компании, которые специализируются на инновационных разработках для ТЭКа в сфере информационных технологий и других перспективных отраслях. Ожидается, что за 5 лет количество участников вырастет до 130, ими будут созданы более 1500 новых рабочих мест, а выручка составит порядка 5 миллиардов рублей в год.